Сборная Черногории. Обратный отсчет в испанском Гранольерсе прозвучал. Один из городов, который принимает женский чемпионат мира. Это на самом деле одна из столиц региональных гандболов, потому что в Гранольерсе есть профессиональная команда высшего дивизиона и мужского, и женского. Как правило, эти истории в Испании разделены, то есть либо практикуется в большей степени мужской, либо женский гандбол. Ну, а повторюсь, в Гранольерсе есть команда высшего дивизиона и у мужчин, и у женщин. Сегодня заключительный день программы в этом зале, при этом стечении публики. Наверняка зрителей с каждым днем все будет больше. Уже в среду четвертьфинальные поединки. Ну и вот так, не очень удачно, с потерей Карины Сабировой, ну и затем с пропущенным мячом начинается для нас эта встреча. Если вы не догадались, хотя вряд ли, в красном сборной России, в синем то самое прозвище французской команды, классическое «Le Bleu». Они, вот эти синие, сегодня нам и противостоят. Лора Флип, важный игрок команды Франции. Она открывает счет во встрече, ну и отмечает симметрично, очень активно. Выходя на свою позицию, капитан нашей команды Ольга Фомина сравнивает счет и встречные курсы. Пока на первых минутах мы видим, очень хорошо и четко сыграла в защите Елена Михаличенко. Отмечали мы ее активную работу в защите. Ну и помимо прочего, конечно, появление Ирины Корнеевой призвано, конечно, может быть, даже в большей степени защитить эти рубежи центральные и помочь игровое время сократить Елене Михаличенко. Ну, мы говорили про игру вратарей, и отмечается сейвом Анастасия Лагина. В дуэли 1-1 справляется Настя. Лора Флип, как раз-таки ключевой игрок сборной Франции, была повержена в этой микродуэли. Да, мы все больше эмоций получаем с трибун. Мы слышим, как болеют и испанские, и, конечно же, французские зрители, которые, я уверен, во множестве сегодня приехали в Гранольерс. На самом деле, ну, относительно недалеко до Франции, по крайней мере, до южных ее регионов, юго-западных. Там тоже очень любят гандбол, совсем недалеко. Монпелье, одна из столиц мужского французского гандбола. Так что я надеюсь, что и за российскую сборную тоже приехали болельщики, ну, допустим, наши бывшие соотечественники или кто сейчас работает в регионе Барселоны, в Каталонии или там же вот на севере Франции. Идет смотреть арбитр взятие ворот. На мой взгляд, там был чистейший мяч в воротах. После вот этого гвоздя программы от Елены Михаличенко, что там смотреть, непонятно совершенно. Испанские, кстати, арбитры работают на сегодняшней встрече. Испанцы, ну, одна из ведущих, так скажем, пар в своей стране, Хавьер Альварес и Йон Бустаманте. Ну, я думаю, только в случае, если сбоку камера стоит и фиксирует взятие ворот, только с нее, наверное, можно будет увидеть, пересек ли мяч полностью своей окружностью линию ворот. Ну и, собственно, да, здесь задачка не из легких. Самое главное, с какой камеры смотреть на этот повтор. Не знаю. Я не знаю, да, с какой камеры не смотри, по-моему, чистейший мяч, полностью он пересекает линию ворот, только в этом случае взятие ворот считается. Драган Начевский, многолетний делегат всех возможных уровней, утверждает арбитров в этом мнении, но и счет становится 2-1. Что и требовалось доказать. Отлегло. Отлегло от сердца. Елена Михаличенко получает поздравления за забитый мяч. Ну и давайте о составах. Начнем, пожалуй, с француженок. Они шагом переходят в свою атаку. Грасс, прекрасная зади. Второй сезон разыгрывающая Ростов-Дона под 10-м номером в центре задней линии наших соперниц. Эстель Дземенко и Лора Флип. Опытнейшая задняя линия. Все, как есть, олимпийские чемпионки. В линии действует Полетта Фопа, молодая надежда французского гандбола. И Алисия Тублан атакует с правого края. Кого еще не назвал? Не назвал я, наверное, капитана команды Короли Ласурс. Она обороняется на левом краю. Соответственно, на левом краю играет в атаке. Ну и российский состав. Здесь у нас начинают Карина Сабирова в центре, номер 31. Хотя сейчас она чуть правее смещается. Правый полусредний, левая искрящая рука Антонина Скоробогатченко, номер 39-й мяч у ворота. Добрый вечер всем.
начинаем проникаться этим замечательным понедельничным вечером атмосферой чемпионата мира. Карина Сабирова. Небольшая помощь от нее на 6 метрах. Поджимает она защитниц. И Антонина палит с дальней дистанции, как она умеет. Вместе со Скоробогатченко и Сабировой играют в задней линии Елена Михайличенко. Анастасия Ларионова. Пропустила она, видимо, из-за небольших проблем со здоровьем, матч с командой Черногории. Хоть и была на ту встречу заявлена, она сегодня в центре обороны вместе с Еленой Михайличенко. Ну и края нашей команды стартового состава — это Юлия Маркова и капитан команды Ольга Фомина. У Марковой номер 96, у Фоминой 25 номер. В воротах начинает Анастасия Лагина под по-прежнему нетипичным вратарским 11 номером. Переживали мы, конечно же, все сильно по поводу травмы Анастасии Ларионовой. И получила она повреждение сначала в матче со Словенией, усугубила травму в матче с Черногорией, но говорили в интервью все, кто рядом с командой, о том, что ничего не помешает ей принять участие в сегодняшней игре. Ну и пенальти в ворота нашей команды — Алисон Пино. Штанга и подбор. Анастасия Илларионова. Ну а Лагина в любом случае что-то сделала, как-то посмотрела на Алисон Пино, что та промахнулась по створу ворот. Угодила, да, в штангу. Ну, по силе броска, конечно, было все замечательно. Ну и понятно, что обе команды, помимо прочего, помимо важности сегодняшней встречи, конечно, на кураже ее проведут. Хорошо там находят передачи Анастасии Илларионову. Карин Сабирова. В центре она сегодня начинает в розыгрыше. Да, и пошла гулять российская атака. Скоробогатченко, Фомина в ближний угол. Очень здорово, стабильно на протяжении всего турнира. Опять же, можете все что угодно говорить о работе комментаторов. Не боюсь сглазить, потому что за Ольгой Фоминой сумасшедший опыт. Ну и больше 80% реализации с начала турнира. Это, конечно, колоссальные цифры для полевого игрока. Ну и совсем по-другому, конечно, возрастает ответственность опытных игроков в том раскладе перестановок в сборной России, в котором сейчас она находится. И, конечно, получив еще и дополнительную мотивацию в качестве назначения капитаном команды, Ольга Фомина, конечно, этот турнир действительно надежно проводит. Наверное, все эти факторы сыграли на руку тоже, но пока активно очень в центре, очень внимательно защищаются девчонки. Наверное, кроме того момента, где мимо Ольги Фоминой, Ольги и Антонины Скоробогатченко в предыдущем моменте проскочил игрок, в остальном концентрацию сборной России не теряет и помогает им Анастасия Лагина сейвом очередным. Два подряд сейва Лагина, и в быстром переходе атакует сборная России, да. Анастасия Лагина показывает, мячик-то вот он, в воротах уже. Анастасия Ларионова с 6 метров расстреливает красу всея Франции. Но, в общем-то, там не красоток в воротах нет. Лора Глозе. 5-2. 7 минут позади. 7 мячей забито. Ну и прекрасно, что вот такой крен на старте матча в нашу пользу. Там на замедленном повторе было классно видно, как Настя оставляла сознательно колено. Понимала, куда будет выпущен мяч. Ну и, конечно, момент очень красивый. Хорошо, что нам его повторили. Ну а пока здесь, да, хоть и была активная игра, но здесь, как Артем говорят обычно, немного перестаралась Антонина Скоробогатченко. Даже не столько перестаралась, сколько не успевая ногами, да, руками там доигрывала. Навела на Михайличенко Скоробогатченко оппонентшу свою, ну и, соответственно, первое удаление в сегодняшнем матче. Гразади по-прежнему ведет французскую атаку. 10 номер. Вот это у нее передача налажена очень здорово. В прыжке в обратную сторону своего движения. И Эстель Нземенко с легкостью реализует численное превосходство команды Франции. Ну и достаточно дисциплинированно сборная Франции играет. Наверное, кроме тех сейвов, которые совершила Анастасия Лагина, в остальном достаточно цепко и внимательно они распоряжаются мячом. Но вот если возвращаться к матчу Сербия-Франция, сербки, кстати, смогли за счет дисциплины и игры как раз-таки вратарей сыграть достаточно такой сложный для Франции матч. Вели они в первом тайме после его окончания, ну, во втором тайме, да,
уступили. Но, собственно, эти два фактора стали решающим в игре против француженок. Но они, кстати, там понервничали достаточно. Оливье Крумбольц своей командой очень много разговаривал эмоционально в перерывах. Ну, а пока Юлия Маркова с левого угла завершает с левого края эту атаку. Юлия Маркова. Шикарный мяч. Там, тем более, мешалась под ногами упавшая соперница. Но Юлия разобралась и с броском, и на приземлении на соперницу не наступила. В таких ситуациях часто, к сожалению, гандболистки могут подвернуть голеностоп. А это снова Алисия Тублан и второй мяч. Игрока, который, ну, можно сказать, первые шаги делает в национальной сборной. Алисия Тублан. Она представляет одну из сильнейших французских команд Брест-Бретань. Но вот после того, как Клоэ Валентини, ну, как-то не вошла, что ли, в сам турнир и выглядит пока довольно скромно, Алисия Тублан все сильнее, все мощнее о себе заявляет. Ольга Щербак на правом полусреднем появилась у нас ввиду отсутствия Антонины Скоробогаченко. Там пыталась она в свойственной для нее манере активно обыграть по своему месту. Останавливает Олю. Щербак, Сабирова, Михайличенко. Немножко споткнулась, как показалось, Карина Сабирова. Вот этот ход, темп был потерян. Земенко пытается один в один обыгрывать и играет с Короли Ласурс. А так как хладнокровно перебрасывает парашютом нашего вратаря. Короли Ласурс. Еще раз капитан французской сборной. Еще одна представительница мощнейшего французского Бреста. Понятно, что без эмоций никуда, но здесь нашей команде, конечно, надо чуть хладнокровнее играть в атаке, пока француженки с этим компонентом справляются, тем более на фоне предыдущей нашей потери. Атака француженок выглядела добротно. Разбираемся со сменой позиции. Елена Михайличенко ее встречают в руку, мимо ворот приходится этот бросок. Встречает никто иная, как Беатрис Эдвиж. Мощнейший защитник. Еще одна представительница донских красавиц во французской сборной. Вот она связка, да? Коренная. Центральный игрок задней линии, игра сзади. И линейная Беатрис Эдвиж. Но сейчас сразу, по-моему, тройная замена у команды Франции. На правом полусреднем Осиан Серсье Угален. Номер 19. На левом полусреднем Алисон Пино, лучший игрок мира еще 2009 года, так на всякий случай. И молодая линейная Полетта Фопа вместо той самой Беатрис Эдвиж, которая по переходу сыграла у француженок, но теперь заменилась. Очень хорошо, Лен Михайличенко сейчас встречала Пино. Та, конечно, может в любой момент разобраться с мячом и без контакта в руку не обойтись. Француженки могут сыграть нестандартно. Снова Елена Михайличенко против Пино. Ну и не успевает за рукой. Этот мяч, конечно, тяжело доставать. Тот заранее выход, который Лена делала в предыдущем моменте, был более надежен. Да, и вот так растворилось довольно скоро наше преимущество в три мяча. 5-2-6-3 вели. Думаем, что делать дальше. Анастасия Ларионова ищет себе место в линии. Наш 67-й номер. Скоробогаченко, Сабирова подключают Ларионову. Михайличенко. Идет Лена, но это угроза. Так. А вот такие вещи позволяют арбитры делать. И командный переход французской команды. Спасибо Насте Лагиной. Да, здесь хотелось бы, конечно, поразбирать момент, который был в атаке нашей команды. Но Настя все вопросы сама снимает. Заставляет чуть понервничать француженок. Но здесь без препятствия был бросок Лен Михайличенко. Единственное, что уходила она, конечно, больше в сторону аута. Не хватило там траектории, чтобы зайти на прыжок к центру, помешало все это выполнить бросок почетче. Ну а это сейф Анастасии Лагиной. Шикарно сыграл наш вратарь. Напомним, что Настя была в олимпийской обойме, но только в качестве запасной. Ну и сразу после Олимпиады немедленно выдвинулась на заглавные роли. Анастасия Лагина, еще одна представительница Ростов-Дона. 26 лет, напомню, этой воспитаннице Ярославской гандбольной школы. 6-6 по-прежнему счет. Мелинно Канди появилась вместо Грас-Заади. Это преемница в Меце Грас-Заади. Ну а атаковала снова
бескомпромиссная Алисон Пино. На наше счастье, еще раз после ее броска мяч приходит в штангу. И звучит сирена. Первый тайм-аут сегодняшней встречи за Людмилой Бадниевой. Давненько наши не забивали. После удачного стартового отрезка немножко заклинило нас. Кото, Сабир, Тоня, Юля, играете смену от края, чтобы Миха начинала. Поменяйте с ней местами, потом Миха начинает последний. Давить Миха. Vous éparpillez pas n'importe comment. Essayez de comprendre les coups et remontez sur les tireurs. Montez les mains, elles sont fragiles sur les replis. Allez, les mains, faut continuer. Ouais, on continue, on est dedans. Allez, on est solide. Oui, pas très bien. Comme ça. Ну что, Людмила Бадниева прежде всего скорректировала, произвела замены. Сейчас мы другой набор исполнителей в задней линии увидим. Ну и, соответственно, посмотрим, какие настройки надо поменять, переключить сборной России, чтобы снова забивать. Почти 5 минут без гола сборной России. На 9-й минуте последней из наших отличилась Юлия Маркова. Пока перестроение мы, да, заметили и отметили только в атаке нашей команды. Ну а в защите достаточно раскрепощенно сегодня действует Алисон Пино. Да, хоть ее там пару бросков были в перекладину, но сами заходы ее на атаку, конечно же, опасные. Может быть, мы увидим перестроение и в защите тоже. Ну и здесь с агрессией в атаке, в защите у француженок тоже все налажено. Останавливают они Скоробогатченко, даже не было ей возможности в центр уходить. Горбогаченко, вышедшие вместе с ней в заднюю линию, те самые новички в сегодняшнем матче, Екатерина Ильина и Вероника Никитина. Но здесь сложнейший угол для Ольги Фоминой. Стеной стоит у ближней штанги Лора Глазе, и француженки выходят вперед. Это Короли Ласурс по быстрому переходу наказывает сборную России. Ну, здесь в безвыходной, как кажется, ситуации была Ольга Фомина. Ну, только какое-то сверхудачное стечение обстоятельств могло здесь помочь забросить мяч. Ильина. Дальний мощнейший бросок наотмашь, но и здесь готова Лора Глозе. Мы помним олимпийский финал, где феерила Клеопатра Дорлё. И потихоньку в сегодняшнем матче даем расстояться еще одному французскому вратарю. Клеопатра сегодня начинает на лавке, но зато Лора Глозе. Еще один мощнейший мастер, представительница ни много ни мало венгерского Диора. Множит свои сейвы. Я обращу еще раз внимание на игру Алисон Пино. Она пока все 15 минут, которые уже практически прошли в первом тайме, активно угрожает и бросками, и стяжками. Комфортно ее команде играть сейчас на этих рубежах. Ну и здесь еще останавливают снова Антонин Скоробогатченко. Центральный игрок не только сборной Франции, но и ростовской команды. Знаем мы об ее женской достаточно игре. Ну и пока застопорилась наша атака. Несколько невнятных атак позволяет француженкам теперь уже на 3 мяча оторваться. Я, честно говоря, не очень понимаю вот эти все судейские решения. Уже 2-3 раза точно совершенно испанцы как будто свисток проглотили. Вы видели, как сейчас выглядел арбитр, который в поле работает? Он уже хотел было свистнуть, потом почему-то передумал. Но отвечает достойно Тоня. Этот бросок был сложный. Там сразу три игрока защиты стояли перед ней. Но она разобралась, собственно, с четырьмя, получается, вместе с вратарем. И снова Алисон Пино. Только на сей раз точно. Да, здесь нужно что-то решать, потому что разыгралось, видно, на кураже этот игрок. И, конечно, максимально обезопасить себя стоит. Здесь Анастасия Ларионова сходились с Вероникой Никитиной. В защите никто активных действий не проявил. Для Алисон Пино, конечно, благоприятная была ситуация. Маркова, Скоробогатченко, входит в 6 метров, Тоня. Ну, спасибо, выпросили мы хотя бы свисток на 7 метров. Осеан Серсиен Угален. Две левши сошлись сейчас примерно на позиции нашей левой полусредней. Пенальти в ворота Лоры Глозе. Ну и, конечно же, Екатерина Ильина. Ваш выход.
Мяч в воротах. 11 из 13. Такая реализация 7-метровых бросков у Ильиной на чемпионате мира. В 8-10 уступает российская команда. Довольно низкие скорости. Алисон Пино. Подвигается Анастасия Ларионова. Чуть от своей привычной позиции в центре. Ну и француженки быстро раскручивают эту атаку. Не справляемся мы блоком. Пока на чемпионате мы не увидели той игры 5-1, в которой Полин Горшкова может сыграть с передним игроком. Пока пытаемся справляться так. И через наш блок забивает еще один мяч. Но, честно говоря, вот как-то грустновато от того, что эти дальние броски мы никак не можем остановить. Но зато ввязалась сборная России вот в этот обмен ударами. Вероника Никитина забивает очень быстро. Француженки нет. Француженки решили поиграть. У них замены тоже имеются. Вышла, соответственно, на правый край Люси Гранье. На левом действует Клоэ Валентини. В параллельном матче Голландия-Норвегия, там наметился перевес достаточно существенный. Голландия ведет 14-10 у сборной Норвегии. Ну а здесь скрытый пас из-за спины. Пока у француженок в атаке получается все задуманное, собственно, что они хотят воплотить. Здесь, конечно, в игре с таким равным соперником, тем более в принципиальной схватке, очень важна защита. Хотелось бы ее уже наладить. Ильина. Екатерина Ильина по-прежнему в центре. Вот как поменялись после тайм-аута Людмилы Бадниевой и наши, так и действуют Никитина, Ильина, Скоробогатченко. Очень-очень жестко и высоко. Посмотрите, как Беатриса Движ из центра обороны поднимается. Снова идет в атаку Вероника Никитина. И снова Беатриса Движ справляется. И теперь вцепляется в руку нашего 41-го номера Алисон Пино. Ильина. И бросок Екатерины Ильиной. Наверное, уж слишком откровенный и не таивший угроз для Лоры Глазе. Легко она с этим мячом справилась. Ну и в силовой борьбе нам, конечно, сложно противостоять француженкам. Те сильнее физически. И про бросок Кати Ильиной. Он, во-первых, сначала был с сопротивлением. Потом, конечно, не все силы смогла она в бросок вложить. После такой борьбы, конечно, сложно выполнять броски. Пока француженки навязали нам борьбу в защите со своей стороны, и справляться с атаками сложно. Мелинда Канди. Серсио Галена, перехват. Ольга Фомина. Но бежать почему-то не получается у наших. Наверное, подустали, подзадохнулись. Меняется Карина Сабирова, меняется Вероника Никитина. Посмотрите, как смена в хоккее как будто происходит целым звеном. Меняются атакующим наши гандболистки. И впервые появляется на площадке вместо совершившей перехват Ольги Фоминой Юлия Моногарова. Полина Горшкова выходит, соответственно, вместо Юлии Марковой на левый край. Ну а здесь мы видим возвращение на площадку Елены Михайличенко. Ильина, Михайличенко, Скоробогатченко. Такая троица у нас сзади. 9 метров. Ох, тяжело против этой французской обороны. Вышкаленный, выстроенный годами этим маэстро крюмбольцем. Михайличенко, как Пулета Фопа, играет и заставляет допустить ошибку. Разводит руками Елена Михайличенко. По какой причине? Надежда Станиславовна. Ну, есть особенности, да. Если бы мяч вот этот выбитый попал не в ногу Лени Михайличенко, не ниже колена, а выше, мяч бы остался у нас, но после соприкосновения с француженкой угодил мяч Лене в ногу. По этой причине француженки переходят в атаку. Здесь, кстати, вот сейчас вот этот заход француженок к атаке, который был такой не скоростной, не быстрый. Такое ощущение, что дал даже нам немножко выдохнуть. В остальном на таких высоких скоростях проходит этот первый тайм. 22-я минута. Но накал на площадке великий. Здесь еще справляется и с тем, чтобы выцепить этот мяч между двумя защитницами. Антонин Скоробогатченко там остался на полу. Ну а Палета Фопа забивает еще один мяч. И разрыв уже становится большим.
Ну вот не знаю, на мой взгляд, эта ситуация самая показательная в сегодняшнем матче пока. Слишком задохнулись, что ли, наши, остановились. И легко перехватываемая передача Эстель Дземенко дошла до линейной, а доходить она не должна была ни в каком случае. Антонина Скорбогатченко. Ну, а вот такое ощущение, что мы немножко забыли о том, как классно у нас добавилось в арсенал атакующей нашей команды разные комбинации. В частности, вот пока Юлия Моногарова сделала короткий вход. Но вот даже оказавшись на нестандартных местах, Елена Михаличенко там могла с Скорбогатченко сыграть в предыдущем моменте атаку. В остальном мы пока ввязались в силовую борьбу, и это, конечно, нам не дает возможности забить. Ошиблись француженки. Ух, и какой привет присылает Елена Михаличенко соперницам. Аж вздрогнула там вся сетка ворот французской сборной. Точно в 9. Да, с Антониной в предыдущей атаке справились француженки. Но, смотрите, Полина Горшкова не пустила мяч на ход Люси Гравье. Дземенко. Эстель Дземенко. Гразади. Гранье. Лора Флип вернулась на позицию правого полусреднего. Игрок, который на двух позициях и на краю, и в задней линии может действовать. И отобран мяч у француженок. Они тоже не безгрешны. Посмотрите, тоже начали ошибаться. Юлия Моногарова такой решительной поступью вернулась ближе к центру площадки. Мол, девочки, я здесь. Не забывайте про меня. Ирина Корнеева. Давайте представим Надежду Константиновну этого игрока отдельно. Ирина в девичестве Снопова-Корнеева. Игрок очень и очень серьезного опыта. Волгоград, Тольятти. Астраханочка прямо сейчас. Ну и действует она в линии вместо явно уставшей Анастасии Илларионовой. Тем более мы вспомним опять, что Илларионова из-за небольшого повреждения пропустила матч с командой Черногории. Очевидно, все-таки кондиции не лучшие нашей линейной. И Ирина Корнеева действует вот в качестве джокера на позиции линейной. 78-й номер у нее. Ну, а мне вспоминается игра Ир Корнеевой за Тольяттинскую «Ладу». Полин Горшкова забивает этот мяч с краю. Очень активно. Ну, кстати, хороший выход Полины. Она там и вернуться своевременно успела. Видели мы этот момент в переходе. И здесь, конечно, позицию для нее сделали идеальную. Но если возвращаться к Корнеевой, мне очень, конечно, симпатично тот отрезок ее карьеры в «Ладе», когда Леон Ганес Чакопян нашел очень классную, вот это любимая, наверное, даже ее расстановка трех задних игроков. Полина Ведехина, Дарья Дмитриева и Корнеева на правом полусреднем. Там, конечно, все получалось у Иры. И то звено было великолепным, очень классные были матчи у «Лады». Ира в «Астрахани» играет немножко на другой позиции, понятно. Но вот тот отрезок был действительно хорошим. Сейчас Корнеева там боролась. Как раз-таки она боролась с Палетой Фопан. Но если возвращаться к ключевым игрокам, конечно, игра сборной Франции через своего линейного — это даже, можно сказать, как визитная карточка этой команды. Да, настрадались мы от Полеты Фопа. Не будем сейчас бередить раны былые. Ну а Алисон Пино реализует 7-метровый бросок. Снова плюс 3 у французской сборной. Напомню, что Пино ранее в сегодняшнем матче не забило 7 метров. Но тогда в воротах была Анастасия Лагина. Сейчас Полина Каплина защищает ворота сборной России. Щербак, Ольга Щербак на нашей... все по-прежнему проблемной позиции правого полусреднего играет. Но она по профилю своему, хоть и с правой рукой, играет на правом полусреднем. Ну и Юлия Моногарова. Первый мяч сегодня. Артем, обращу внимание, наша команда сейчас сыграла такие широкие перемещения. И хоть они не были такими, знаешь, очень остро, с острыми выпадами на атаку, но все-таки помогло это сделать действительно добротную комбинацию со стяжкой. Движение было хорошим. Увидели мы его к концу тайма. Может быть, волнение без него никуда не обходится в таком матче. Может быть, чуть подуспокоились наши девчонки. Пока борются там они с линейным. Вот здесь все очень здорово сыграла Корнеева. Да, не смогла обойти спереди, сзади попробовала обойти Фопа, и у нее получилось. Ну и вот ответный ход Оливье Крюбольца. За 3:40 до конца первого тайма французский искушенный лис из Лотаринги, как называют его на родине, а он оттуда, да, из Меца, берет тайм-аут.
joue là, on isole ici. Toi, Estelle, tu viens taper un débordement là. Okay. D'accord? Parce que là, il commence à nous attendre. Il faut reprendre la profondeur et être dangereux. Ok, en défense, c'est bien les filles, il faut continuer. Encore les meufs, encore, encore. Ох, какой пас. Напоминает нам красоты из уже случившегося. Посмотрите, вот эта передача. Просто конфета в праздничной упаковке от Алисон Пино. И красотка Дарлю. Посмотрите, как она переживает на лапке. Анастасия Ларионова переживает немножко по-другому. С мешком льда на голове. Минус 2 у сборной России. Никто не говорил, что будет легко. Поехали дальше. Гроза 1. Полета Фопа выдвинулась с передней линии. Эстель Дземенко. Гроза 1. Против нее Ирина Корнеева немедленно включается в работу. Наш оборонительный специалист. Накануне прямым рейсом из Москвы в Барселону прилетела она. Ну и, соответственно, мы не сказали, да, что Ксению Закордонскую вывела из заявки таким образом Людмила Боднеева. Лора Флик. Номер 2-й гол ее в сегодняшнем матче. Ровно за 3 минуты до перерыва. Да, не выходить против нее невозможно. Нужно это делать, а наоборот Карина Сабирова попятилась назад. И Людмила Валерьевна немножечко негодует. Ну, Лора Флип, конечно, опасна своими нестандартными действиями. Есть у нее в арсенале и обыгрыш. Ну и, собственно, выходит она и на позиции правого крайнего игрока. И играть с ней сложно, как раз-таки ввиду того, что может неожиданно действовать. Что, собственно, она и продемонстрировала сейчас. Ну, а здесь перекладину. Этот бросок от Елены Михаличенко приходится. Да, счет все тот же. Прямо скажем, мы в большей степени такой тактический гандбол, нежели скоростной, силовой, куражистый. Чем дальше, тем больше наблюдаем. И в этом гандболе, я думаю, француженки нас сильнее. Искушеннее просто-напросто. И снова Полета Попа, как совершенно безотказный механизм, решает вот эти эпизоды. Напомню, что Полета Попа всего лишь 20 лет от роду ей. Сразу по завершении чемпионата мира ей, кстати, исполнится 21. Так вот, Полет Фупа в этом возрасте уже и олимпийская чемпионка, и призер других крупнейших турниров. Ну, пожалуй, да, наряду с Хайди Лёке, это один из тех игроков, я имею в виду амплуа именно линейного, о ком много говорят, с кого, конечно же, даже берут пример те, кто играют в гандбол. Действительно очень талантливая. Но и при реакции партнеров ее по команде на лавочке мы видели, насколько наслаждались они сами тем моментом. Там Фопа боролась сразу с тремя защитниками и вышла победителем в этой дуэли. Пока Франция ведет 4 мяча. Ну а в параллельном матче, за которым мы пристально следим, Норвегия-Голландия. Ничья 17-17. Там закончился первый тайм. У нас пошла последняя минута. Уже 5 мячей достигает преимущество сборной Франции. Накормили тут Полету Фупа передачами. Ну а та просто уже издевается над Полиной Каплиной, над почти своей ровесницей. Полина всего лишь на год с небольшим старше. Но ничего пока этой линейной ничего сделать мы не можем. Напомню, что на кону, собственно, не сама путевка в четвертьфинал, она уже в кармане и у Франции, и у России. Разыгрывается лишь место, с которого мы шагнем в плей-офф. Ну и в параллельном матче Нидерланды-Норвегия определяется наш будущий соперник. Четвертьфинал, напомню, сборная России сыграет в среду. Ну а здесь Беатрис Эдвиж против Елены Михайличенко. Да, вот здесь, смотрите, две ростовские красавицы, широко выпучив глаза. Беатрис Эдвиж и Гроза 1 наиграли на удаление. 15 секунд. Михайличенко. Ильина. И здорово играет Эстель Дземенко. Перехват едва не случился. Михайличенко. Нет атаки у сборной России. До края. Моногарова выручать должна. И мяч прилип. Прилип к штанге. Пойдет смотреть, но гола там не было. Закончился первый тайм. Посмотрите, какие эмоции. Алисон Пино
игра сзади. Мне кажется, что это все-таки не гол. Ваше мнение, Надежда Константиновна? Мне там интересно, что за датчик там на воротах еще прикреплен, звуковой или какой. Но я не думаю, знаю. Я думаю, что да, это да. Не для, защита для мяча для пущего эффекта, когда мяч влетает в сетку, вот там дополнительный микрофон. Угу. Да, мяч не засчитан, хотя, конечно... Смотрим еще раз. Выглядело это действительно как спасение, как и сказал Артем. Ну, а если возвращаться как раз-таки к параллельному матчу, в котором по 17 мячей забили команды там соревнующимся, француженки тоже забили 17 мячей. У нас пока, конечно, проблема пройти оборону Франции. Мы забиваем только 12. Да, перерыв в матче «Эль Классико» «Балонмано Феминино». Женский ручной мяч. Испания, «Гранольерс». Продолжаем петь и танцевать. Далеко не уходите. Синие петушки. Все, как мы любим. И Оливье Месье Крумбольц. Наставник сборной Франции. Человек, который самого Евгения Трефилова, можно сказать, пересидел во главе национальной команды. Ну а это Людмила Бадниева, первая женщина-наставник нашей национальной команды. На трибунах вы видели ярко-рыжих, симпатичных девушек с российским флагом. И вы не поверите, это голландские сестры. Об этом читайте на мощнейшем портале под названием «Быстрый центр». А мы продолжаем. Мы — это Надежда Муравьева и Артем Шмельков. Да, заставили попереживать нас девушки после первого тайма. Мы, конечно, абсолютно рассчитываем на перестроение в игре нашей команды. Пока, конечно, сборная Франции преподнесла достаточно жесткую оборону. Но, собственно, на что, понятно, рассчитывали, уповали, конечно, француженки. Но знали гандболисты о том, что она будет такой. Пустые ворота. И Полин Каплина пытала там счастье своим длинным перебросом. Но мяч мимо ворот приходится. Ну и жесткая оборона, достаточно сконцентрированная против каждого игрока нашей команды, стала залогом успеха для француженок в первом тайме. Второй тайм стартовал. Обратите внимание, особенно на, конечно, замедленных повторах, вся вот эта женская грация видна невооруженным взглядом. Клеопатра Дарлё, та самая львица в воротах сборной Франции, что остановила нас в олимпийском финале. Она занимает последний рубеж. Ну а у нас Полина Каплина. И мяч как будто прилипает к руке к нашего вратаря. И она бросает почти в пустые, но там есть стремительная ее тезка. Полина Горшкова, добрый вечер. Игра только начинается. Ярко провела начало первого тайма Анастасия Лагина в воротах нашей команды. Под стать ей начинает второй Полина Каплина. И действительно сейв красавец. Там помогла еще амуниция Полине этот мяч зафиксировать. И более надежно она сыграла в этом переходе. Предыдущий момент был длинный переброс. Ну а здесь через Полину Горшкову играет ее тезка. Усан Серсену Гален. Гразади, который сейчас издевательский пас отдает между ног Елене Михайличенко. Ну и немедленно пенальти в наши ворота. Полетта Фупа. Это какое-то наваждение нашей обороны. Посмотрите. Уверенно втыкает этот короткий пас. Гразади. И снова Алисон Пино. Очень спокойно. Опытнейшая Алисон Пино, которую лучшим игроком мира на чемпионате мира 2009 года в Китае признали в возрасте 19 лет, представьте себе. Но с тех пор вот сколько воды утекло, а она по-прежнему в этой обойме. Надежда Константиновна Муравьева сейчас, наверное, вспоминает как раз 9-й год. Я улыбнулась, честно. Артем, если уже рассказываешь, что творит в студии, действительно улыбнулась. Но и этому проходу Елены Михайличенко не улыбнуться тоже невозможно. Максимально осложняли задачу Заминко для броска. Ну а если говорить о нашей обороне, конечно, хочется максимально заставить осложнить задачу линейной Фопа. Она все так же активна в нападении. И, конечно, если она занимает позицию, здесь бороться с ней сложно. Надо на опережение сыграть и не позволить ей этого делать. Появляется в центре Ярослава Фролова, наш центральный разыгрывающий. Да, русая коса, все как мы любим. Ярослава Фролова, город-герой Волгоград. 77-й номер. Первое появление в сегодняшнем матче. Неудачная передача Антонины. Настя, мягко говоря, удивилась. И это Эстель Заминко и Каролина Сурс.
Мяч в ворота. Обидно, тем более, что это такой редкий момент, когда у нас так чисто получают линейные передачи в сегодняшней игре. В остальном была бескомпромиссная жесткая борьба. Она, собственно, еще и будет. Мне кажется, может быть, поэтому и растерялась Настя Илларионова. Этой передачи и позиция, которая вырисовывалась, бывает так. Преимущество сборной Франции только увеличилось. Пока Ярослава Фролова, Елена Михайличенко, Антонина Скоробогаченко. Тоня как будто бы так устранилась. Ушла на фланг. Бросок Ярослава Фролова и передача точнейшая от Клеопатры. Отличный сейв, Полина. Вот если говорить про грацию и про все, что Артем перечислял совсем недавно, мне кажется, здесь в полной красе. Две минуты, конечно, вырисовываются здесь француженкам, и они следуют только потому, что это был очень жесткий контакт. Каролина Сур снисходительно улыбается. На самом деле она считает, что Антонина наша, прекрасная Скоробогаченко, что-то там подрисовала. Ни в коем случае. Это две минуты железобетонной конструкции. Фролова. Скоробогаченко. Через Фролову снова. Михайличенко. Шикарно! Великолепно разыгранное большинство. Полина Горшкова. 14-19. Играем дальше. Минус 5 по-прежнему. Ну и, конечно, траектория, по которой двигалась Елена Михайличенко, чтобы максимально стянуть двух игроков. На повторе нам было видно, не стал по прямой идти, а максимально уводила двух защитниц. Лена, отмечали мы ее взрослую и рассудительную игру, ну и в этом моменте как иллюстрация всего вышесказанного. Мне показалось, что Алисия Тублан слишком хотела покрасоваться в том эпизоде и забыла перебросить мяч над головой Полины Каплиной. Эстель Земенко. Ее останавливают наши в центре обороны. Михайличенко и Илларионова. Анастасия Илларионова, подмосковная Истра. Елена Михайличенко, город Автоград Тольятти. Прекрасный город, привет ему огромный. Кузница действительно классных молодых гандболисток. Ну а норвежки там потихоньку разыгрались со сборной Голландии. 21-19 ведут. Две минуты удаления, к сожалению, у нас. Плюс семиметровый. Двойное наказание для сборной России. Анастасия Илларионова. Да, здесь ей разорваться пришлось, потому что, ну, вот, попила кровушки и продолжает пить ее Полетта Фопа. Ну и тут переключилась на Грасс Заади. И две минуты и 7 метров. Да, сегодня, конечно, просто огонь. Испепеляющий огонь в глазах у Алисон Пино. На опережение сыграла, и там крупный кадр, конечно, поймал взгляд Анастасии Лагиной. Была готова она там поинтереснее сыграть, но Алисон Пино на опережение сыграла. Корнеева появляется у нас в линии, и еще одна стяжка до Юлии Моногаровой. Похожий момент, которым завершался первый тайм, но в нем Юлия Моногарова более точно сыграла. Мягкий переброс, какая красота. Юлия, изящная левая рука Моногарова. 15-20. По-прежнему минус 5. Терпим, дышим, играем дальше. Сзади Фопа. Сзади на край Тублан. Могла, мне кажется, могла здесь зацепиться Полина Каплина. Но нет, не сейчас, не здесь. Да, Алисия Тублан неудобный пас с пола буквально соскребла. Мы напоминаем, что это первый турнир для правой крайней в рамках сборной Франции. Считанные матчи она провела только перед самим чемпионатом мира. Абсолютный дебютант, но уже как влетая в этом составе стоит. Блок! Блок и движ! Корнеева и добивание! Добивание беспощадное от Юлии Моногаровой. Напомнить? Какой из игроков сборной России в матче с командой Словении повел за собой? И мы все-таки не проиграли в 3-4 мяча, как многим уже казалось. Лишним не будет. Юлия, та самая. Украинская кровь и огонь в глазах Моногарова. Ну вот, отлично действует Полина Горшкова. Классно останавливает. Очень смело оставила свою позицию. И Полин, конечно, умеет
играть агрессивно. Может быть, нам этого не хватает в сегодняшнем матче. Но и здесь снова стяжка. По-моему, второй раз подряд туда доигрывают до правого края. Причем доиграно на высочайшем уровне. Уже, казалось бы, вышла и завязала наша защитница, но нет. Пас все равно просочился на Алисию Тублан. 22-16. Француженки мертвой хваткой держат свое преимущество, добытое еще в первом тайме. Михайличенко. И посмотрите, Алисон Пино играет высоко на своих тонких, натруженных, шикарных ногах. И перехват. Перехват еще к тому же. Пробежка, по-моему, была где-то близка у Алисон Пино. Заменко. И Полина. Полина Каплина наглухо ближний угол кроет. Клоэ Валентини. И немедленная реакция Людмилы Батниевой. Сыграно не так много во втором тайме, но пока ничего не меняется в нашу пользу. Более того, француженки сохраняют тот серьезный гандикап, что они заработали во второй части первого тайма. Слышала я это? Потом играете фонарики, перекидываете опять на Тоню. Тоня, не получается, играешь продолжение. Ясно? Защите, обойдите линию. Встаньте выше. Вы поняли? Куса! Во французском тайм-ауте я пока так и не услышал знаменитого олимпийского призыва французского. Ферме, бутик, ферме. Закрывайте, девочки, лавочку, будем уходить. То есть обороняемся до последней капли крови. Но, видимо, сегодня им обороняться вот так, чтобы прям ферме и уходить, им не нужно. А у нас должны заблистать, заиграть огнями московские фонарики. Почему московские, Надежда Константиновна? Ну, потому что мы долго, да, выясняли, собственно, что там происходит в тактических расстановках сборной России. Ну и вот эта комбинация из московского клуба ЦСКА. Начинается она от угла, но она будет не сразу сыграна. Вообще Людмила Батниева, конечно, этим тайм-аутом призывает свою команду более вариативно играть в нападении, что, собственно, сейчас начинает делать наши гандболистки. Там Ярослава Фролова должна была сделать двойной скрест под девчонок. Но ей, конечно, не хватает того, чтобы она на себя брала игру. Стоит ей пару раз себя ярко проявить, начнут француженки обращать на нее внимание. Но пока здесь Клеопатра Дарлё берет мяч от Ярослава Фролова. И снова стяжка на дебютанта. Об этом игроке Артем уже очень много сказал. Ну и впервые во встрече мимо ворот приходится ее бросок. Ну и посмотрите, конечно, какая порода. Клео Дарлё. Молодая мама. Можно сказать, что феминист-активист. И прочее, и прочее. В общем, комсомолка, спортсменка и просто красавица Клео. Форсировала она свое возвращение к Олимпийским играм в Токио. И триумфально они завершились для сборной Франции. Отмечала, что, конечно, было бы обидно, если бы эта жертва с таким ранним возвращением была бы неоправдана. Но Дарлё с горячим сердцем. Кстати, если говорить о том же портале «Быстрый центр», там великолепное интервью этой гандболистки, голкипера сборной Франции. И поучительно, наверное, будет его всем почитать. Настолько от души говорила она о том, что происходит в ее спортивной жизни. Ну, вообще, авторов «Быстрого центра» хочется отмечать. Там не только проходные неброские интервью, там целые поэмы имени гандбола. Французская атака, неспешная, все как они любят. Гразади, Эстель Заменко, Осиан Серсиен Угален. Ну, просто музыка французского гандбола. Девушка по имени Океан. Вот она с мячом. Но Канди... Сзади! И здесь наконец-таки, да, наконец-таки мы встаем стеной на пути этой неуловимой Полетты. Полетта Фопа. И здорово, но, здорово, вот. И в защите, и Полина Каплина. Да, но Полине Каплина как раз-таки помогли наши защитницы, те, что активно, во-первых, начали играть с Полеттой Фопа, ну и потом... Как по цепочке эта активность передалась тому, что еще и полусреднего смогли максимально озадачить выполнением броска. Ну и, собственно, Полина Каплина записывает сейф на свой счет, но поспешная атака. Людмила Батниева не того просила в перерыве. Да, мы видели неудачную атаку Ярославы Фроловой. Сейчас явно поспешила
Милана Таженова. Ну и в центре обороны по-прежнему Илларионова, Михаличенко. Левее располагается Милана Таженова, правее Антонина Скорбогаченко. И должны встречать мы игроков задней линии. И не забывать про Полето Фопа, как обыгрывает Грасс. Неуловимая придумщица и веселушка Грасс за один. Да, легко и уверенно. Через центр. Как к себе домой. Франция ведет. В параллельном матче Норвегия тоже справляется с задачей, которая перед ними поставлена. 26-23 счет в параллельном матче. Передача через всю площадку на Клое Валентини. Все та же удивительная и прекрасная Клео Дарлё. Шикарно. Просто махнула рукой, и мяч прилип к руке партнерши на другой части площадки. Карин Сабирова теперь появляется в линии. Мы уже привыкли, наверное, даже видеть Карину на этой позиции. Ну и вот этот долгий розыгрыш, который просил Людмила Боднеева делать. Даже он встречается. Не успели даже разогнать атаку россиянки. Француженки сразу на корню останавливают все своей защитой. Снова Ярослава Фролова пытается обыгрывать. Ну и там чуть не украла мяч. Пинок Скорбогаченко. И так классно доигрывает до Карины Сабировой. Карина впервые в матче появляется на позиции линейного и сразу забивает мяч. Некий Юлия импульс. Моногарова передала всей команде. Юля Моногарова умеет, конечно, и сама зажечь, ну и поддержать то, что ярко происходит на площадке. Юля Моногарова забивает этот мяч. Сама автор перехвата и сама автор этого классного забитого мяча. Попробуй догони. Забег Юлии Моногаровой. Два мяча подряд сборная России забивает. Посмотрите, быстрые отрывы. Пять мячей команды Франции. Два только российских. И еще шесть мячей отставания. Отыгрывать и отыгрывать. Но здесь хорошо Сабирова встречает Пино на Канди. И вот уже чувствует тот самый хитрый лис Оливье Крюмбольц, что что-то поменялось не в пользу его команды. Себастьян Гордилу, его вечный и преданный оруженосец, тут же подносит планшетку, и французы будут разговаривать. Mais jouez pour marquer des buts. Et faites des fans. Vous avez vu, ça peut être parti. Ça va bien. Ça va, ça va, Да, да, вот такие эмоции. Давайте, девушки, давайте поиграем еще. Ничего не закончено, ничто не предрешено. Да, они хороши, ничего не скажешь. Многие из них олимпийские чемпионки минувшего лета. А мы знаем, что все они делали этим летом. Поиграем дальше. 24-18, не в пользу сборной России. Чуть больше половины тайма играть в этом заключительном матче основного этапа чемпионата мира. Обе команды, повторимся, уже в четвертьфинале, а четвертьфинальная стадия начнется уже завтра, но без участия сборной России. Обязательно смотрите на каналах системы «Матч» поединки Дании, Бразилии, Испания, Германия. Ну а Франция и Россия прямо сейчас определяют, кто сильнейший в этой группе основного раунда, кто побеждает, соответственно, тот и выше. Француженкам хватает и ничьей, чтобы встать выше нашей команды, потому что француженки очков не теряли, а наши сыграли в ничью со Словенией. Точнейший, феноменальный пас Клеопатры Дарлё. Ай, Клео сегодня в полнейшем порядке снова. Да, ну просто самонаводящийся. И Клое Валентини. Ну а здесь шикарный пас на вход. Осеан Серсену Гален. Да. Куражатся француженки. Минус 8 у российской команды и 15 минут играть. Продолжаются замены у нашей команды. Ольга Щербак,
Ярослава Фролова и перехват из-под носа Вероники Никитиной. Конечно же, состав сборной России мы видим тот, который индивидуально будет действовать. Хочет поменять рисунок своей атаки Людмила Бадниева, но мы даже не успели увидеть, как это будет выглядеть. Француженки действуют с перехватом. Мы, конечно, технически и в передаче сегодня больше ошибаемся, но это, конечно, заслуга обороны сборной Франции, которая сегодня, мне кажется, даже более куражится. Они играют сегодня в защите, чем в нападении. Да. Хороший перевод. И посмотрите, как кусается немедленно Клоя Валентини против Ольги Щербак. В замешательстве наши молодые игроки. Явно они сегодня проигрывают и в слаженности действий, и, наверное, в какой-то вот этой куражистости. Возможно, это и преждевременное ее проявление. Девушки-то они, конечно, личности непостоянные. Кто же знает, что будет в плей-офф. Не правда ли, Надежда Константиновна? Обнадежьте нас, Надежда. Да так и есть. Не сказать, что наша команда... Во-первых, команда долго искала свой рисунок. Во-вторых, ну, мне кажется, до сих пор еще не до конца знает сама команда, что от себя ожидать. Поэтому только в подтверждение твоих слов. Ну, а расчет Людмилы Бадниевой на то, что найдутся игроки, которые индивидуально смогут решить момент, оправдался. Вероника Никитина, прорываясь по центру, забивает этот мяч. Пино. Серсье Угален. Классный пас в линию, но там каким-то все-таки усилием потрясающим удается смахнуть пас на Полету Фопа. Вероника Никитина. Ну, довольно долго она тут принимала решение, а что же делать дальше. И Люси Гранье смогла ее остановить. Обратите внимание, что, казалось бы, такая с внутренним напряжением встреча, а проходит почти без пауз, без удалений. Ну, плюс-минус. И уж тем более безо всякой грубости. Что понимают команды? Что главное, конечно, впереди. Да, я соглашусь, а я обращу, в свою очередь, внимание на игру Карин Сабировой в защите. Это из тех игроков, кто смог проявить риск в защите, правильно выбирает позицию, но при этом она это делает, рискуя, более агрессивно играя, чем остальные наши защитницы. Ну и получается у нее немножко обескуражить француженок. Ну и вот расчет Людмилы Бадниевой. Один за одним игроки задней линии, которые могут обыгрывать, его воплощают в жизнь. Вероника Никитина в предыдущей атаке и Ярослава Фролова вслед за ней. Да, и тем не менее, минус 7 прямо сейчас на табло. Минус 5 мы принесли с собой из первого тайма. Еще два мяча отставания в тайме втором. Но давайте посмотрим, чуть больше 10 минут до конца этой встречи. Наверное, этот матч уже не спасти в плане того, что француженки все-таки победят. Не отдадут такую встречу. Они настолько искушены в подобных топовых противостояниях. Ну а Полета Фопа — это человек какого-то удивительного, просто неубиенного хладнокровия. Посмотрите, сейчас передача от Осеан Серсену Гален. Причем по какой сложной траектории она заходила, собственно, она и не собиралась бросать. Она искала исключительно свою подругу Полетту. И та в очередной раз не подвела. 28-20. Теперь уже, да, действительно по очередности. Теперь уже Ольга Щербак пыталась там обыграть на правом полусреднем. И начинает Вероника Никитина. Такое ощущение, что не было перед ней защитницы. Но там на последнем рубеже Клеопатра Дарлё. Невысокого роста, но при этом смогла мяч достать отточенными движениями. А почему невысокого роста? Она действительно такая малышка, да, для вратарей. Не, ну, бывают более высокие вратари. Просто когда такой высокий переброс, конечно, понятно, что с ним проще справиться игроку более рослому. Ну, а здесь, конечно, ложный выход. Практически она сделала, чуть обманула Веронику им, а потом отступала назад. Французская атака. Видна, конечно, уже раскрепощенность. Ну и где-то даже вальяжность, как, например, вот в этом броске Алисон Пино. Щербак. Моногарова точно под дальнюю штангу. Да, знаменитый жест. Распахнутые руки-крылья Юлии Моногаровой. Да, и реакция скамейки. Это важно. Даже проигрывая, по сути, безнадежно. Извините, Надежда.
за 10 минут до конца. 21-28. Такие эмоции важны для всех нас и для них, конечно, в первую очередь там, внутри команды. Гроза один. Хорошие действия в обороне Карины Сабировой. Чистый выход 1-1. Вероника Никитина не дает нам засыпать в это полночное, снежное начало недели. Ну и на всякий случай. Заранее свой последний тайм-аут использует Оливье Крюмбольц. Et on replie, on défend, on monte plus en défense, on sait s'enfoncer. On continue à marquer des buts. Allez, t'en fais encore une ou deux, après Estelle ira à droite. Allez, les filles, allez, on continue, on reste sérieuses. Allez, les filles, allez. Ouais, voilà, là, pour ça. Да, закрывать лавочку они сегодня не собираются. Но они собираются играть до конца. Давайте, говорит, девочки, еще поиграем, еще забьем. Все малые, ненасытные олимпийские чемпионки. В параллельном матче все интереснее, на самом деле, складывается борьба неистовых скандинавок из Норвегии и прекрасной команды оранжевых из Нидерландов. За 7 минут до конца там Норвегия выигрывает только 2 мяча. 32-30. Там матч намного более результативный, что, в принципе, и легко читалось заранее. Напомню, что в случае победы сборной Нидерландов... Нет, в случае победы сборной Нидерландов, конечно же, голландская команда станет нашим соперником. Но пока выигрывает там Норвегия, и поэтому все ближе, все вероятнее. Четвертьфинал еще одной гандбольной классики. В среду на чемпионате мира сборная России сразится в четвертьфинале. Почти уже очевидно, что мы уступаем Франции первое место в своей группе. А значит, будем готовиться к игре с командой Норвегии. Мяч падает в штангу. Это Ольга Щербак. Француженки даже и не стараются накатывать командно. Они переходят на нашу половину площадки. И тут же Гроззади резко по тормозам. Ну и спокойно. Они продолжат, ну, по сути дела, приближать свою победу. Усан Сирсен Угален. Гроззади и Эстель Нземенко. Нет, это Орлан Конор появилась. Посмотрите на эту. Нет, все-таки это Нземенко, да, мне показалось. Орлан Конор берегут. Как, собственно, Алисон Пино, но если вот вернуться к тем моментам, которые сборная России удачно показала в защите, в позиционной, там Карина Сабирова снова, нащупав игру, заставила и в предыдущей атаке француженок немножко ошибиться. Посмотрите на передачу и, главное, обработку. Как она это сделала? Я имею в виду обработку мяча Клои Валентини. Спокойно и уверенно. Видимо, такой ответ, да? Да. Так и есть. Ольга Щербак переходит в центр. Меняется она позиции с Ярославой Фроловой. Вероника Никитина, да, останавливается. Ее, конечно, в центр поперек движения восстанавливают француженки. Не успела пока скорость набрать. Но мы знаем, что если Вероника Никитина это сделает, удачный момент не заставит себя долго ждать. Пока Ольга Щербак начинает стяжку. Дальше до Полин Горшковой. Ну, конечно, много сегодня индивидуальной борьбы. Помимо прочего, конечно, она отберет много сил у нашей команды, но есть перед следующим этапом у нас выходной день. На чемпионате команды играют, чередуя выходные с игровыми днями. Ну и пока Палета Фупа отдохнет. Кстати, это и возможность для нашей команды тоже немножко передохнуть в защите от нее. Да, уронили. Посмотрите, как беспардонно раз. Здесь подсняли маечку с Полины Горшковой. Это Люси Гранье. Мы отмечали удачные действия на этой позиции Алиси Тублан. И вот тоже еще один дебютант французской сборной. Представительница Безансона, не самого сильного французского клуба. Ну, а это всегда идущая в атаку от ножа Ольга Щербак. Да, вот она здесь даже потеряла равновесие в какой-то момент и стало тревожно, что там какой-нибудь неприятный может быть контакт, столкновение. Но все обошлось. Забивает Ольга Щербак. Ну, а француженки идут в атаку в меньшинстве
с пустыми воротами. Гроза один. А все-таки это Орлан Конор. Я просто присматриваюсь к игровому номеру и не понимаю, почему она под 21-м, если в протоколе у нее 33-й. Как такое может быть? Вопрос нашим, наверное, международным арбитрам и делегатам. Ну, а это тоже линия. Нет Полета Фупа, зато забивает Беатрис Эдвиж. Для нее это не главное. Работа на площадке. Она все-таки узкоспециализированный защитник. Но посмотрите, не успевает здесь подстраховка от Миланы Таженовой. Она вот с таким разочарованием выдыхает в воздух. 31-23. Чувствительное поражение, прямо скажем, для сборной России. Но еще раз скажем, в плане турнирного будущего российской команды это не значит ровным счетом ничего, кроме того, что мы выходим на победителя параллельной группы основного этапа. И там в параллельном матче все близится к завершению. Там настоящая бомбардирская перестрелка. 36-34 за 3 минуты до конца. Там выигрывает Норвегия. Ну и опять же, если она выигрывает, то в четвертьфинале мы станем свидетелями новой серии этого гандбольного классико Россия-Норвегия. Меньше 5 минут играть у нас. Соответственно, раньше закончится параллельная встреча. Милан Таженова разгоняла нашу атаку. Сама в ней участие принять не успела. Меняется Милана. В центр выходит Ярослава Фролова. Ну а в том матче, за которым мы параллельно следим, там Нора Мёрк, конечно, включила все свои бомбардирские способности. Был там равный счет, но та успела сразу тремя мячами отличиться и вывести свою команду вперед. Вечно в противоборстве с нашей командой. Та, конечно, особенно заведена. Я думаю, это уже и в этом матче чувствуется. Ну а мы боремся, боремся до конца. К чести нашей команды на 56-й минуте Ярослава Фролова зарабатывает 7 метров. Там еще было где-то рядышком французская команда с удалением на прямые руки. Подталкивали центральную разыгрывающую российской команды Ростов-Дона. И Карин Сабирова достаточно хладнокровно сегодня действует. Ну, а я отмечу ее работу в защите, может быть, даже в большей степени. Карина очень классно там справляется с теми задачами в центре, которые есть. Ну, а болельщики наши, которые из Голландии, приехав сюда, поддерживают коллектив. Конечно, немножко приуныли, собственно. Эмоционально они, конечно, поддерживают нашу команду. Приятно за этим наблюдать. А пока активно выдвигается Вероника Гаранина. Хороший здесь пас. Да, кстати, опять-таки возвращаясь к игре Карины Сабировой. Она там мешала этот мяч поймать на той позиции, на которой должна была Беатрис Эдвиж ловить. Но здесь не очевидно, но это все-таки заслуга Карины Сабировой. Вот здесь она боролась, да, и заставила Эдвиж ошибиться. Та на линию наступила. Слишком увлеклась борьбой за мяч, да? Забыла подножки посмотреть. Щербак. Моногарова. Ольга Щербак сбавила темп атаки сборной России. Сабирова. Ух, какой хлёст. Неистовый астраханский хлёст Карины Сабировой. Ну, красиво. Когда молодцы, тогда молодцы. Довольно результативным игра этот матч получается. За 30 мячей мы, увы, пропускаем. Многовато, конечно же, это очевидно. Ну и вот в этой временами открытой, а временами очень тактической, такой вязкой игре мы все-таки француженкам проиграли. Они в целом были, конечно же, более сплоченным коллективом. Да. Две минуты с небольшим играть. Минус 6 для сборной России. И самые последние секунды матча Нидерланды-Норвегия. Мяч на последних секундах влетает в пустые голландские ворота. Что, сами понимаете, только подтверждает итоговую победу сборной Норвегии. И именно к ней должны будут подготовиться ученицы Людмилы Батниевой. Мелинда Канди. Ох, как здорово сейчас Клои Валентине оборонялась. Ну и смотрите, как они бегут. Они уже, знаете, не выполняют какие-то тренерские задания. Они играют, они
веселятся и куражатся. У них это сегодня явно получилось лучше нашего. Я про Францию, конечно же. Но и сборная Норвегии уже принимает поздравления. Француженок от этого отделяет минуту с небольшим. И так определены все, собственно, четыре пары четвертьфиналистов. Я уже сказал, что завтра, во вторник, на чемпионате мира сборная России отдохнет, переведет дух. Сыграют Дания, Бразилия, Германия, Испания. Ну а две другие пары четвертьфиналистов, это уже, соответственно, среда. Это Россия, Норвегия и Швеция, Франция. Ух, сколько бесконечного и беспощадного огня. Сразу и немедленно на стадии четвертьфинала чемпионата мира, начиная со вторника. Смотрите обязательно на каналах системы «Матч». Прежде всего, на канале «Матч. Игра». Там гандбол просто днюет и ночует в эти прекрасные для нас снежные, для них практически окутанные запахами мандаринов и апельсинов дни чемпионата мира. Ну и последним, судя по всему, игровым действием в этом матче станет 7-метровый, который зарабатывает Карина Сабирова. Испанский рефери указывает на 7-метровую отметку. И Карина Сабирова сама приведет в исполнение приговор. Хотя это, конечно, не приговор, а всего лишь формальность, которая подытожит сегодняшнюю встречу. Забивает Карина Сабирова. Выпада и реакции Клео Дарлё недостаточно. Итоговый счет 33-28 в пользу французской команды, которая вновь делает нам больно. Но пусть это будет только локальной неудачей для наших девушек. 33-28. Так француженки выигрывают в заключительном матче основного группового этапа. Ну и немедленно мы переключаем все внимание на стадию плей-офф. Как я уже сказал, в среду вечером, и это будет, конечно же, снова искряще и незабываемо, сборная России сыграет с командой.